Важность этого объекта заключается в том, что Суворовский район более 300 тысяч населения. Те административные услуги, которые предполагается здесь оказывать населению, сегодня получается у нас в центральном нашем офисе на улице Косовская, 2D, либо раньше получались в центре города на Преображенской. Здание Суворовской районной администрации отличается, это не типовое административное здание. Вот те особенности строителей не позволяли здесь в кратчайшие сроки сделать центр. Поэтому нами принято решение, мы пристроили к району администрации более 400 квадратных метров. Думаем, что здесь будет и комфортнее, и продуктивность работы будет больше. Более 250 человек ежедневно обслуживается в Киевском и Ульяновском районе, посещают центр административных услуг. В Суворовском районе, поскольку территория больше, 39 рабочих мест, порядка 40 сотрудников будет работать. И предполагаем обслуживание здесь ежедневно более 500 человек. Что сократит нам перемещение людей, это удобство для людей, это разгрузка и общественного транспорта, и дорог наших.